Какие меры поддержки участникам СВО и членам их семей гарантирует государство? Возможность получить именно то образование, о которых их ребенок, может быть, мечтал, но по каким-то критериям предоставления данного образования, возможность предоставления данного образования отсутствует. Как могут участники специальной военной операции воспользоваться налоговыми льготами? В случае непосредственно налоговых льгот заявления не нужны. Факт предоставления отсрочки он будет действовать непосредственно с момента заключения контракта на участие в специальной военной операции, либо, как я уже говорил, для оказания содействия вооруженным силам Российской Федерации. Какую помощь мобилизованным и добровольцам оказывает 63-й регион? Имеется в Самарской области такая мера социальной поддержки, как единовременная выплата в размере 169 тысяч рублей для обеспечения газового оборудования внутри дома. О состоянии законности в сфере обеспечения социальных гарантий участникам СВО рассказывает исполняющий обязанности прокурора Советского района города Самары Дмитрий Крутьянов. Смотрите программу «Прокурор в теме» 27 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».